Всем привет, с вами Мила, и опять она со мной тут ходит. Почему она постоянно мне попадается? И мы продолжаем Skyrim. Продолжаем Skyrim. Зачищать какие-то пещерки, места, пока на Солстейме. Пока на Солстейме. Дальше будет видно. Это, походу, какое-то двемерское-мерское, ну, судя по названию. Но тут опять риклинги. Тут риклинги заправляют. Это вообще капец. Это мелочь вообще офигела, я смотрю. У нас есть офигенный торговец, которого мы можем призывать и продавать ему всякое барахло. Соответственно, Милка опять пошла во все тяжкие. Ее хомяк теперь просто будет кайфовать, он будет собирать все. Буквально. Я буду нажимать R, взять все. Вот так вот. А что я тогда и мясо беру? Что я в конце концов? Так, пошли в эти руины, посмотрим, что здесь у нас. Фалбутарс. Мы здесь не были, здесь опять же не написано, что зачищено. Поэтому пройдемся. То, что мы здесь не были, это 100%. Ну, здесь опять риклинги. Они уже и две мерзкие руины себе это забрали. Вообще обалдели мелкие. Мелкие, вы охренели. Уже даже две мерзкие руины себе забрали. Я, короче, все забираю у них. Я, короче, буду забирать у них все. Просто все. И книжки буду забирать. И все. Я ж теперь могу это чуваку этому продавать, в принципе, все. Я даже могу это не смотреть там. Что-то оставлять. Могу уже не оставлять, по идее. Как бы конец игры я уже. В принципе, уже с тем набором, что есть, справляюсь и не вижу смысла. Это там еще качать, кузнечку. Ну, это уже может быть для какого-то, может быть, достижения там или еще чего. Вот, а пока что я этим заниматься не хочу. Ой, какие тут руины еще, они какие-то по наклонной идут как-то. А тут уже еще... А, ну да, я-то думаю, что здесь за фигня. А тут вон что за фигня. Ну, конечно, естественно. Подстава, подстава. Так. Окей. Здорово. Единственное, вот что я качаю, ну оно качает само по себе, это оружие и броня. Это единственное, что я хотела бы. А, ну блин, я тут сейчас так быстро себе за это заполню-то инвентарь, поэтому давай-ка поаккуратнее все-таки брать-то брать, но не все подряд. Так, это что, кнопочка открывает и закрывает? А ну-ка открой обратно. Хорошо. А зачем? А зачем и для чего? А это что за кнопка? А. Так, подожди-ка, чего это все нужно? Непонятно. Наверное, чтобы вот это открыть, надо знать правильную последовательность кнопок или что. Я типа сейчас все активирую, что только можно. Ясно, я активировала все, что только можно. Ой-ой-ой-ой, хпшечка, ты че на? А, ну я же говорю, я активировала все и плюс еще к тому же. Все ловушки активировала, но и дверь открыла, как бы тут. Ой-ой-ой. Тут как бы два в одном получается, да? Два в одном, хорошо. Так, эта дверь куда? Открыть. У нас еще там куда-то дверь была. Не дверь, а проход. Куда-то в другое место. Здесь тупик. Ну-ка давай вернемся, подожди. Запомним, что в эту дверь можно войти. Я все ловушки активировала. Вообще молодец. А, эту дверь я закрыла наоборот. Гениально. Так, подожди. А. Смысл? Я думала, здесь проход будет. А нет, оказывается. Ну, окей. Ну, значит, нам сюда. Значит, нам сюда.
Уж эти две мерзкие руины. Запутанные они и длинные. Запутанные и длинные. Мы можем тут на всю серию застрять, кстати. Если я где-нибудь начну тупить. Ну, опять же, если я где-то начну тупить, всегда есть Google, который поможет, подскажет. Чего? Как? Здесь что-то надо сделать. Судя по всему. Смотри-ка. Смотри-ка, я додумалась и без Гугла. Не все потеряно. Не все потеряно, значит, для меня. А то окузвалилось. Какие-то тут странные паучки. Очень странные. А, так тут паучье логово, судя по всему. Смотри, сколько здесь паутины, жесть. Так, подожди-ка. Это надо сломать, мне кажется. Я чувствую, это нужно активировать. Я прям чувствую, да, это чтобы открывать двери. Так, я думала, это сундук, но это не сундук. Ой, эти две мерзкие руины, какие же они длинные, это же просто жесть. О, грибы тут выращивали, да? Грибы, это интересно. Так. Что за грибы? Он, короче, молнией хреначит, когда это, когда взрывается. Ну, когда я его убиваю. Так, а здесь у нас что? Еще один. Но мне эта молния ничего не наносит. Ага, спать, каменная кровать. Гениально. Нет уж, спасибо. Спать в таком месте я бы не стала. Мне и так нормально. О май гад! Как тут все? Как тут все? Масштабно. Так, подожди-ка. Это мне что, здесь вплавь надо? Либо по вот этим штукам. Скорее всего, по ним. А, здесь еще будет эти. Классно. Классно, у меня же так голова закружится. Вы чё нафиг? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, нет, это все классно. Ага. Галерея Фалбтарза. Пошли в галерею. Ой-ой-ой, что это было? А, это опять какая-то ловушка была. Я вообще под ноги не смотрю. А ведь тут ловушек-то хрена. Так, подожди, это куда? Это я с другой стороны вышла, что ли? Чё тут? И зачем тут? Активировали вентиль. Зачем, не знаю. А это зачем? Вот это зачем. Так, ну я бы на самом деле еще вернулась обратно, но сейчас посмотрим. Баллиста мастер, иди сюда. Ой. Главное не свалиться. Не падай, не падай, не падай. Так, ну здесь как бы все. Возвращаемся. Пока что возвращаемся. Да я могу опять прыгнуть сюда. Ну ладно, пока не буду. Ой, какие они запутаны, эти две мерзкие руины, на самом деле. Просто жесть.
Так, я приходила откуда? Ага. Ну давай. И чё тут? Ради двемерского масла, что ли, и все? И балок всяких. А, нет, сундук еще. Имперский лукопатий давай возьмем. Мы все возьмем. Так, ну ладно, допустим. А, так это все, что ли, получается? Что здесь было? Ну да. Так, хорошо, а дальше-то куда? Дальше тогда куда? Не совсем понятно, подожди. Ну, куда-то на ту сторону, наверное, не надо, не знаю. Тут где-то еще дверь вроде была. Эй-эй. Была или не была? Вот что вопрос. Откуда я пришла? Оттуда? Или откуда? Я, короче, запуталась, если честно. Куда мне дальше? Куда мне дальше-то? Я не знаю. И как бы он не зачищен. В галерею мы зашли, там все посмотрели. Значит, где-то что-то здесь нужно искать. Какой-то еще вход. Вход-проход. Так, а если я нырну, ничего же не будет? Ничего. Так. Это что за место? Мы здесь были? А, ну я же... Да, я из галереи сюда выходила. Так, и что, если я еще раз вентиль нажму? Понятно. Что изменилось? Я не вижу, чтобы что-то изменилось. А пришли мы вон оттуда, да? Ну тут как бы вот ту хрень бы повернуть, по идее. Вопрос в том, как? Вопрос в том, как? А она наверняка поворачивается. Вон туда, наверное, можно зайти, да? Так, подожди-ка, секундочку. Надо понять. Я говорю, эти две мерзкие руины, они, короче, на всю серию, судя по всему. Так, мы отсюда пришли, да, мы отсюда пришли. Здесь никаких рычагов нету. Да я хз. Вот здесь что-то опускается, смотри. Только зачем? Только зачем? Вот тут что-нибудь есть? Нет? Надо понять. Походу где-то еще есть что-то. Скорее всего, вот это тоже можно повернуть. Вопрос там, каким образом? Да, однако. Сложно. Лезть в Google не особо хочется. Лезть в Google не особо хочется. А руины пройти хочется. Так, подожди, вот дверь. Я хочу понять просто. Это вот откуда мы пришли, правильно? Или нет? Секунду. Просто куда тут еще можно сходить? Вот что я хочу понять. И можно ли здесь куда-то сходить? Вполне возможно и нет, а может быть и да. Вот дверь какая-то. Так нет, это дверь, все правильно, это дверь в галерею.
Это дверь в галерею. Так, давай здесь все обплывем, осмотрим. Так будет проще понять. Здесь никаких дверей нету. Здесь вот что? Вот куда сюда, судя по всему, можно. Подожди, или это что? Или это откуда мы пришли? Нет, вот сюда нам надо. На противоположную сторону. Как нам туда попасть? Это мы сейчас попробуем определить. Так, сейчас. Здесь. А, ну по идее, по вентилям вот этим. Сейчас мне надо на вентиль забраться. Так, сейчас. На какой вопрос? На какой-то вентиль. Надо забраться. По идее. Так. А, здесь я никуда не могу, да? Мне вот туда надо, на те вентили. Это, возможно, сверху можно спрыгнуть. Вот на те вентили можно спрыгнуть сверху, по-любому. Эти вот галереи меня привели. Ага. Так, ну-ка давай-ка в галерею. Сейчас. Ща мы тут все разберемся. И без гугла. Тут просто как-то сверху надо туда спрыгнуть на эти вентили. И меня к той двери отнесет. Вот и все. Так. Надо понять, какие это вентили. Где эта дверь. Так, нет, не это. Вот здесь это. Да вентили вон те получается. А как на них спрыгнуть? Просто на миллион. Это вентили. Да, это не те вентили. Боже, а так на те спрыгнуть-то можно? Подожди секунду. Куда я хочу хотела? Ну-ка давай отсюда спрыгну. Хочу понять. А, ну вот. Нет, подожди. Это не то. Или то. Это то или не то? Вот в чем вопрос. Мне как-то на... А, ну все правильно. Сюда же мне надо. А, ну вот, все правильно, я же говорю. А вот эти мосты можно как-то, наверное, опустить, правильно? О, шикарно. Хорошо. Разобрались и без гуглов всяких. Паровые машины, вот. Поехали дальше. Бесконечное. Бесконечное подземелье. Просто бесконечное. Нет, оно конечное, конечно, просто длинное. Все две мерзкие руины такие. Этого никуда не денешься. Что-то у меня давно не прокачивалось мое оружие. Это дело открывается, да? Каким-то образом, наверное. Да ладно. Да не, не может быть. Да, в смысле? Я думала, надо ударить по вот этим штукам. Дневник Улина. Тут с ними дрался, дрался, дрался. Так и не задрался.
Так, подожди-ка. Непонятно, но мне кажется, нужно по вот этим штукам ударить, чтобы что-то открылось. Есть у меня такое подозрение. Только я не могу пройти. Ой, очередная загадка, очередное непонятно. Очередные непонятки. Вот эту дверь же нам надо открыть, правильно? Для того, чтобы нам ее открыть, надо стукнуть по вот этой фигне. А вопрос, как я должна стукнуть по этой фигне, если я туда пройти не могу? А я могу каким-нибудь там магией, к примеру? Все магии швану. Могу, смотри. А надо по всем по ним шибануть или как? Нет? Дверь-то открылась? Нет, дверь не открылась. Ну, судя по всему, надо все по всем ударить. Блин, у меня магии столько нет. Давай. Ага, надо по всем ударить. Можно было из лука, кстати. Ну, ладно, магии уже. Ударим магии, какая разница. Какая разница? Так, их все надо активировать, все понятно. Воу-воу-воу, что-то происходит. Что-то происходит. Ой-ой-ой, не попало, что ли? А, тут ё-моё. Активизировались паучки. До 64 повысили. Хорошо. Да отвали ты! Так, подожди, мне надо восстановиться немножко. Ай, восстановиться. Я могла бы, конечно, лук взять. Так, подожди, в смысле, их надо с какой-то последовательностью или с быстротой ударять? Секунду. Что эти-то перестали работать почему-то? Или какая-то последовательность должна быть? Вот это мне непонятно. Тогда я сейчас лук возьму, раз такое дело. Давай я, наверное, лук возьму, так оно будет быстрее. Где у меня лук? Так, давай. Блин, а лук что-то не особо-то работает. Да кто, блин? Да вы чё, блин? Все, прекращай. А, господи. Они будут постоянно вылазить, если я неправильно делаю, что ли, или ещё? Непонятно. Непонятно, как это работает. Блин, у меня же есть, наверное, какие-нибудь зелья магии, которые могу я восстановить магию. И все. Потому что что-то луком. Ай-яй-яй. Луком что-то как-то это. Не попадаю я. Луком я не попадаю. Или так должно быть, непонятно. Либо реально какая-то последовательность правильная должна быть, мне кажется. Скорее всего. Вопрос в том, какая? Вопрос в том, какая? Ну, смотри, вот активировала я, да. Допустим. Ну, давай, стреляй. Все, вроде бы. Че, неправильно? Мне, походу, неправильно. Походу, здесь последовательность какая-то должна быть. Ну, окей, значит, сейчас полезем в Google. Дай, ну нет! В смысле? О, капец. И когда я сохранялась последний раз? Летить, колотить. Где? А, ну ладно, в принципе, недалеко. Ладно, сейчас в Google полезем, короче. Тут, походу, какая-то правильная последовательность должна быть. А, так у нас же дневник есть. Ней, наверное, в нем, наверное... Да, сейчас. Мы же сейчас дневник возьмем этого чувака, и в нем, наверное, будет все написано.
Чё я вообще парюсь? Надо почаще сохраняться, между прочим. Я опять забываю про это. Я опять про это забываю, про то, что нужно чаще сохраняться. Ладно. Я говорю, эти руины на целую серию будут. Две мерзкие. Если обычной пещеркой мы за 5 минут проходим, то вот это вот. Тут загадки. Плюс они очень длинные. И все такое прочее. Сейчас мы просто дневник чувака прочитаем. Я сейчас тупанула. Дневник чувака прочитать. Там же наверняка написано, что нужно сделать. Да. Мы же дневник его взяли. Ой, лошары. Так, сейчас. Предметы. А, дневник Улина, давай читать. Ну, Эйдис осталась там, где механизмы, чтобы сдержать тех металлических монстров. Но что-то она задержалась. Похоже, мне надо продвигаться самому и надеяться на лучшее. К сожалению, путь мне преградили ворота, открыть которые я не смог. Посмотри, куда ведут трубы, я подумал, что ворота управляют с помощью большой паровой машины в центре комнаты. Попробуй расстрелять резонатор из лука, может, ворота откроются. Так, ну я расстреливала, как правильно? А, вот. Первая попытка ни к чему не привела. Каждый из резонаторов выпускает пар, когда я по нему попадаю стрелой. Те штуки на паровом котле начали светиться голубым, что показалось мне хорошим знаком. Увы, после попадания по нескольким резонаторам светом принял оранжевый оттенок, пар пошел от парового котла, и вдобавок вылезло несколько гномих механизмов. И напала на меня, однако проницательность Мзунда должна быть танка, так что я собираюсь попробовать еще раз. Я уверен, должен быть какой-то способ. Возможно, если попадать на центральный котел, нужно подать на центральный котел нужное давление. Я, кажется, припоминаю, что три части осветились, когда я попал по левому резонатору. По левому резонатору. Я хочу сейчас попробовать начать справа и фиксировать свои действия. Начать справа. Фиксировать свои действия. Ну давай попробуем. А с какого правого? Подожди. С вот этого? Допустим. В итоге я все равно в Google полезу, это понятно. Раз, два, три, четыре, пять нам надо. И как понять, какую? И как мне понять, какую мне стрелять? Может, вот это? О, смотри, заработала. Я чисто наугад. Я чисто наугад. В смысле? Ну, что-то правильно пошло, мне кажется. Что-то пошло правильно вроде бы. Нет? Я вот эту вон ту и вон ту, да, заюзала. Ну ладно, я сейчас в Google залезу. Потому что... Как там называется это? Албутарс. Потому что 3 часа сидеть разбираться я не особо хочу. Да еще убьют меня, не дай бог. Албутарс. Красным-то засветилось, но... Надо стрельнуть по механизмам, чтобы они в сумме дали число 20. С левой стороны первый двигатель открывает 3 резонатора, второй 4, третий 6. Так, нужна комбинация. Сначала в первый слева, но я так и сделала. Потом в средний справа. А потом во второй слева. Так, короче, вот в этот
Вот в этот и вон в тот, что ли? Ну, давай попробуем. Значит, вот в этот. Я правильно стреляла. Потом вот в этот. Средний. Справа вроде бы. Ой, не туда. Потом... Вот в этот. Вроде как. Не знаю, сейчас посмотрим. Не, ни хрена. Не, ни хрена. Значит, я неправильно просто... Неправильно поняла. Ладно, сейчас расправимся с этими чуваками. Еще раз попробуем. Главное, чтобы нас не грохнули. Да ты их подхилься, ё-моё. Так, значит, я неправильно посчитала. Значит, неправильно посчитала. Так, еще раз смотрю. Первый слева, ну. Первый слева. Первый слева, это имеется в виду. Потом в средний справа. Ну, я так и делала. А потом второй слева. Значит, первый это вот этот имеется в виду первый. Судя по всему. Да. Вот первый слева. Потом второй, средний справа. Средний это вот этот имеется в виду, правильно же? Вот он. Средний справа. И потом второй слева. Вот этот что ли? Понятно. Ну, допустим. Сработало? Да, аллилуйя, ёпта. Пошли. Пошли дальше. Ой, когда конец этих руин? Время серии еще есть, в принципе. Но все же. Ой, опять что ли? Опять что ли? Опять что ли? Так, это куда? Это Фабл Тарс. Так, хорошо. А это куда? Куда-то дальше. Вы издеваетесь? Или подожди, или это куда? А, стопе здесь же была. Но они не зачищены еще. Руины-то. А, ты подожди, мы же отсюда пришли или что? Фабл Тарс. Мы же отсюда пришли. Значит, наверное, сюда. Понятно. Что там Фабл Тарс, что здесь Фабл Тарс. Так, только здесь... А, вот что. Ага, понятно. Понятно. Это продолжение банкета. Это продолжение банкета. А куда нам продолжение банкета? Всем понятно. Да, нам продолжение банкета. Где конец-то этих руин, ёпта? Конец руин, дайте мне уже, сколько можно. Так, подожди. Я запуталась. Запуталась я, запуталась. Паровые машины. Где-то еще, значит, вход вон там, что ли, есть? Или где? Непонятно. Это вот мы вышли. Правильно, правильно.
Вот туда еще можно сходить, смотри, судя по всему. Вот куда я смотрю? Да, вот туда. Вот туда еще можно сходить. Вопрос в том, как. Сейчас посмотрим. А, вот тут. Вот они, конечно, длинные, эти запутанные руины. Это же просто жесть. Ладно бы они просто длинные были, так они еще и запутанные, и еще и загадки тут всякие. И т.д. и т.п. Так, ладно, возьмем щит. Возьмем щит, так и быть. Так, что я ударила? Что случилось? Что-нибудь, нет? А, вот. Что случилось? А-а-а. Ясненько. Что ничего не ясненько. А как мне теперь туда перепрыгнуть? Чё, издеваешься? Я чё, типа заново должна теперь туда идти? Может, я туда перепрыгну как-нибудь? Так, F5, подожди. Ага, конечно. Перепрыгнула. Так, а подожди, а как мне тогда туда? А, ну тогда по-старому, но мне надо будет, получается. Тогда мне, получается, нужно как-то по-старому. Подожди, а как? Может, я все-таки допрыгну, нет? Значит, мне вот сюда надо. Скорее всего. Вот сюда, потом... Короче, вон туда. Скорее всего, там где-то теперь я могу пройти. Там, где я не могла. Теперь где-то я должна пройти. Нет, подожди. Ой, запутаешься нахрен. Ты откуда здесь взялся? Наверное, нам вот сюда куда-то, подожди. По всему. Да. Да? Нет. Нет. Нам вон туда надо. Наверх. А наверх мне как попасть? Ёптить медь. Мне надо было спрыгнуть где-то. Подожди, а где мне надо было спрыгнуть? О май гад! Запутаешься тут. Это жесть просто. Подожди, мне надо наверх. И на этот верх теперь попасть. Хороший вопрос. Хороший вопрос. А как я туда попадала? О, господи, у меня уже шарики за ролики. Так, подожди-ка. Может, мне через, опять же, паровые машины надо? Как-то туда наверх. Давай-ка через паровые машины. С ума сойдешь, блин, с этими загадками. Скорее всего, через паровые машины мне надо. Мне же наверх надо попасть и потом... Как-то спрыгнуть куда-то, чего-то. Куда-то чего-то. Вот сюда мне надо, наверх. Ой, кошмар какой. Так, наверх. А вообще мне нужно попасть... А, во, все. Все, теперь все нормально, поехали. Ура! Не знаю, уж последнее это не последнее. А что по времени-то, кстати? Большой зал. Ну, наверное, большой зал это уже конец. Ну, уже почти 40 минут, но мы добьем. Я же говорила, что... Я знала, я же говорила, что эти руины будут на всю серию. Так оно и случилось. Так оно и произошло. Так ты встанешь, нет? Лучше сразу. А то знаю, самый неподходящий момент встанет. Нафиг, лучше я его сразу убью. Мне все равно надо качать оружие, так что
Так что извиняй, Центурион. Мы тебя немножечко побили. Ты тоже? Давай сразу. Так, 65, хорошо, 65. 65 это хорошо. Так, что тут там? Кого бить, кого коцать? Или опять загадки загадывать? Что-то надо... А, тут тоже что-то можно взять. Что-то там, вон, я вижу какие-то красные штучки-дрючки. Ну куда ты упал, ё-моё? Зачем ты упал? Вимерские руины это прям рай для зачарователя, то есть если зачарование качать, это прям вот то, что надо. Так, а что здесь у нас? Активатор генератора. Опять как-то правильно нужно активировать или что? Требуется сердечник генератора. Да ладно, ты издеваешься? А, ну сейчас возьмем. Я что-то убила Центуриона. Без проблем. Они здесь специально и посажены были, что если вдруг у тебя нет с собой, то будут. То будут. 5. Готово. Знаешь. Активировать. 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 Ай, кто? Кто стреляет в меня, ёптить медь? Куда вы беретесь? Не было же никого. Да, ты задолбал падать. Так, что нам тут делать-то? Нам нужно попасть к той двери... Подожди, нам куда надо попасть? Вон туда, чтобы открылась дверь, правильно? Правильно. Что-то для этого нужно правильно опять сделать, да? Я правильно понимаю? Ну, допустим. А, ну и все, в принципе, да? Все, и пошли. Чё я парюсь-то? А, нет, в смысле. В смысле? А открываться ты будешь как? Издеваешься надо мной сейчас? А эту хрень как открыть? Ты прикалываешься сейчас надо мной или чё? Ступеньки мы типа поставили. А как эту фигню убрать? Скажите мне, пожалуйста. Ну, как бы забирать, я думаю, не нужно. Может, надо одну какую-то забрать, она откроется? Нет. Одну забираем, и все уходит. Ставь обратно. Значит, там нужно во что-то выстрелить или что-то такое сделать? Подожди. А что-то, наверное, выстрелить надо. Нет? А, либо я опять не вижу чего-то. Ну, блин. Опять Google, что ли? Вы прикалываетесь? Ну, нет у меня времени сейчас сидеть вот это вот разбираться. А что тут выстрелить надо? А-а-а! Ёптить медь.
посмотрим. Есть тут. Пур-пур-пур-пур-пур-пур. Наверное, не вижу какой-то кнопки или чего-то, как всегда. Скорее всего, оно прям вот, как говорится, очевидное, а я не вижу. А я не вижу, да ё-моё. Где-то, значит, какая-то кнопочка, я не знаю. Либо что-то куда-то надо выстрелить. Я не вижу. Здесь ничего нету. Там тоже ничего не вижу. Ну вы издеваетесь. Любому что-то надо во что-то выстрелить или что-то типа того. Так, сейчас. Не открывается, блин, Википедия. Так, вот есть прохождение вроде. Да, тут прямо прохождение хорошо. Проще видео, наверное, посмотреть. Проще посмотреть видео. Так, сейчас. Реклама это еще. Реклама еще, которую не пропустить. Офигенно, она еще и длинная. Так, ладно, я, короче, посмотрю и вернусь. Короче, я посмотрела у чувака, он... То ли он не те сердечники засовывал, либо чё, я не поняла. Но у него, короче, это... Открылась эта решетка, он просто засунул эти штуки. Чё-то я немножечко не врубилась, как это у него вышло. Ну, у него как бы это все открылось. Я немножко не пойму. Здрасте, блин. А, ясно. Короче, это очень странные загадки. Это не для меня, конечно. Так, тут бабло. Бабло. То есть мы сюда пришли ради всякого добра, да? Я правильно поняла? Ради золота. Ради сундучков. Ни хрена себе. Так, у меня уже 526 этого, да? Я все беру тут, как бы. Пока место есть, я все возьму. Камень-резонатор, как грумеза. Не знаю, что это такое, но я взяла. За камень-резонатор. И все получается. Все очищено, аллилуйя. Выходим. Выходим отсюда. Ну, загадки в этих, конечно, двемерских руинах. Это прям не для казуальщицы, не для меня. Я, конечно, та еще казуальщица. Так, можно открыть? Подожди, как? А можно выйти? Можно выйти! Выпустите меня отсюда. Пожалуйста, можно? В смысле? А, тут. Ой, аллилуйя! Свобода! Попугаям. Ну, как я и говорила, одни вот эти руины на всю серию очищены. Но главное, мы их очистили. Вот что. Да зачем, убери. Вот что важно. В следующей серии мы пойдем куда-нибудь. Дальше смотреть, что не очищено. Ой, тут еще один. Тут еще одни такие руины. Да вы серьезно? Короче, тут, если ходить по всем этим незачищенным местам, то это еще серии на 10, а то и больше. Так что радуйтесь, любители Скайрима. Радуйтесь, радуйтесь, короче. Все, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока.